Эти кадры сделал наш мобильный репортер, который пожелал остаться анонимным. В эти выходные неподалеку от речпорта Березняковец заметил странное явление в воде. По его словам, в каме началось бурление и на поверхности стало разливаться пятно. После, изучив местность, молодой человек нашел рядом несколько труб, земля вокруг которых стала оранжевой. Сегодня к этому месту прибыла наша съемочная группа. Сейчас мы находимся на том самом месте, где наш мобильный репортер в нескольких метрах от берега увидел бурление в воде. А после, по его словам, на поверхность вылилось маслянистое пятно. Но, как мы можем заметить, сейчас ни того, ни другого в воде нет. Однако окрашенную землю возле труб мы все же увидели. Чтобы узнать, что это было и опасно ли это для природы, мы обратились в природоохранную прокуратуру города. Данный сброс, зафиксированный жителем города Березники, является санкционированным сбросом предприятия города Березники. На него получены разрешительные документы в Росприроднадзоре и в Камском бассейновом водном управлении. Сброс происходит по трубе, проходящей по дну реки Камы, и, соответственно, таким образом выходит на поверхность. По словам прокуратуры, на дне реки проложены трубы длиной от 30 до 100 метров компании ООО «Сток». Она очищает воду из промканала, а после выбрасывает чистую в Каму. Но к качеству очистки у прокуратуры есть претензии. Фиксируется превышение. У нас по данному поводу предъявлено исковое заявление в Березняковский городской суд, которое в настоящее время еще не рассмотрено. То есть есть нарушение по вот этим выбросам, да? Превышение, да, превышение незначительное, но фиксировались. Однако, что касается труб, то после недавней прокурорской проверки в этом месте загрязнений почвы там не обнаружили. Кристина Придейна, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.